Ну а сейчас вернемся к ситуации на юго-востоке Украины. Буквально только что мы получили официальное заявление главы Донецкой республики. Александр Захарченко рассказал о том, что сейчас происходит в районе Дебальцево. Ну, город сейчас уже зачищаем силами отдельного батальона спецназа Республиканской гвардии и силами двух ротно-тактических групп 3-й бригады при поддержке артиллерии. Взяли за один день. За световой практически. Да, сегодня мы замкнули котел в Дебальцево. Я говорю, из города Углегорск. Это опорный пункт группировки, которая базировалась в районе города Дебальцево. С сегодняшнего дня дорога простреливается полностью. И все, кто будет выходить из этого котла в течение уже 2-3 часов, они уже будут под перекрестным огнем нашей артиллерии. Все, котел практически закрылся через 3 часа. Есть украинских военных возможность сдаться? Вы знаете... Вот только что вы видите пленного танкиста. Сдаются. Я бы хотел обратиться еще ко всем военнослужащим Украины. Ребят, мое предложение — сложить оружие и уйти. Вы воюете не с теми. У вас есть шанс. Единственное в жизни — сохранить свою жизнь и остаться целым. Сдавайтесь, вы будете жить. Я обещаю, что вы все потом вернетесь домой.